Краснодар. Третья краевая клиническая лор-больница. 6 июня 2016 года. Хирург Валерий Банников экстренно проводит сложную операцию. На столе Антонина Никитина. У 45-летней женщины тяжелое осложнение острого среднего отита. В сосцевидном отростке височной кости скопился гной. Инфекция может пойти дальше, в полость черепа. Состояние пациентки ухудшалось буквально на глазах, поэтому всем отделением мы как-то сконцентрировались вокруг нее, потому что понимали, что счет идет на минуты, на часы, то есть промедления ни в коем случае нельзя. Гарантии на благополучный исход операции врачи не дают. Однако пациентка Никитина верит, хирург Банников ее спасет. Я была уверена, что я не умру. Я была уверена, я знала, все будет хорошо. Антонина Никитина 3 года назад переехала жить в Краснодар из Гулькевичского района ради детей. Илья и Никита после школы поступили сюда учиться. Еще успевают подрабатывать, чтобы как-то помочь маме. Но Антонина трудится на 3 работах. Почти все деньги уходят на питание и съемное жилье. Но на свою тяжелую женскую долю Антонина не жалуется. Я бы не сказала слово «тяжело». Наверное, потому что я не знала, что такое легко. С детства как бы мы жили с мамой. Мама тоже на нас воспитывала. Я живу ради их, ихними интересами, жизнь ихняя. И вот 3 работы, они даже, кажется, не в наклад, потому что это в дом. Это для детей. Антонина всю жизнь крутится, как белка в колесе. Но серьезных проблем со здоровьем, считает женщина, у нее никогда не было. Все болезни переносила на ногах. Заразившись этой весной гриппом, больничный решила не брать. Некогда было болеть. Надо было работать. Когда человек не думает о болезни, наверное, болезнь его не трогает. Казалось, самолечение помогло, и вирусная инфекция отступила. Однако через несколько дней стала стрелять в левом ухе. Унять острую боль женщина решила с помощью капель. Все почему-то думают, что острый средний отит проходит за несколько дней. Если приложить небольшие усилия, покапать или попить любые таблетки, которые кто-то подскажет, то все пройдет. К сожалению, иногда вот как бы состояние ухудшается и появляется осложнение. Осложнение, которое мы называем внутричерепным. Капли не помогали. Антонине с каждым днем становилось все хуже. Боль была изначально в ушах, потом перешла в лобовую часть, вот часть головы, лобовая часть, и пошла на шею. Шея, позвоночник, ты вот так, ты как робот, ты не мог ни повернуться, ничего. Поход к врачу Антонина откладывала до последнего. Надеялась, что все само рассосется. Когда терпеть боль стало невмоготу, пришлось вызвать скорую помощь. В 3-ю клиническую лор-больницу женщину доставили в тяжелом полубессознательном состоянии. Я только помню, что доктор спрашивал, у вас раньше ухо болело? Я просила, помню, чтобы мне сделали от температуры. Потому что температура была очень высокая, очень сильная боль была. Меня положили на кровать, мне поставили капельницу. Я помнила, мне плохо стало. За тяжелую пациентку взялся хирург Валерий Банников. Антонине назначили срочное рентген-обследование и взяли в спинномозговую пункцию. Результаты анализов через 2 часа были у доктора на руках. Левосторонний острый гнойный средний отит, мастоидит, атогенный менингит. Банников собрал консилиум. Решили, необходимо провести санацию, удалить гнойный очаг поражения. Инфекция из барабанной полости среднего уха уже проникла в область сосцевидного отростка височной кости. Воспалительный процесс в любой момент может распространиться в полости черепа. И тогда паралич, либо еще хуже – смерть. Хирург Банников начал экстренную операцию. Время играло против него. Состояние ухудшалось буквально по минутам, если не сказать даже быстрее. Мы взяли ее в операционную, ввели наркоз. Наркоз сложный был, потому что всегда вот все, что связано с обезболиванием на
наших органах представляет проблему для анестезиолога введение большого количества препаратов, которые должны между собой гармонично воздействовать. Когда наркоз подействовал и пациентка уснула, хирург сделал за ухом небольшой надрез. Затем с помощью специального инструмента долота стал удалять воспаленную кость. Операции немножко похожи на нейрохирургические. Максимально обнажается твердая мозговая оболочка головного мозга, чтобы она выходила как бы в рану и понижалась дополнительно с медикаментозным понижением внутричерепного давления и механически, чтобы снижалось давление вещества, внутричерепное давление. Тогда, в общем-то, прогноз при таких операциях более благоприятен. Удалив воспаленную кость, Банников стал удалять из полости сосцевидного отростка гной. Любое неосторожное движение могло серьезно навредить пациентке. В таких операциях быстро спешить нельзя, потому что там рядом находится вещество головного мозга, твердая мозговая оболочка. И в то же время медлить, затягивать тоже, конечно, ни в коем случае недопустимо. Закончив чистку, доктор обработал рану и наложил повязку. Зашивать разрез за ухом не стал. При осложнениях мы зашиваем через 2-3 недели, для того, чтобы рана самостоятельно начала заживать и покрываться грануляциями. Операция длилась 2 часа и завершилась успешно. Антонина пришла в себя уже в палате. Я чувствовала себя просто как в раю. Никакой боли. Я спасена. Мне уже хорошо. Однако врачи радоваться не спешили. Пациентку Никитину впереди ожидала мучительная послеоперационная реабилитация. 22 дня я на капельницах была, в день было и по 20 капельниц, и по 15, на уколах, и бесконечно было. Очень-очень много, очень. Разрез за ухом зашили через 3 недели. Стал возвращаться слух. Опасения, что он полностью не восстановится, не подтвердились. Через месяц Никитину выписали домой. Доктор еще говорит, давай я тебе завтра выпишу. Банник, я говорю, доктор, пожалуйста, у меня мечта. Люди на море хотят, и я домой хочу. Домой я ничего не хочу. Тяжелая болезнь, говорит Антонина, заставила пересмотреть взгляды на жизнь. А самое главное – бережнее относиться к своему здоровью. Прогулки на свежем воздухе теперь обязательны и ежедневные. Чтобы увидеть вокруг красоту, вокруг себя. Мы бегим иногда, как белка в колесе, и ничего вокруг не видим. Кроме заботы, работы. А сейчас видим деревья, небо. Есть время поднять голову вверх и посмотреть, что есть небо. Со своим ангелом-хранителем, так Антонин называет хирурга Банникова, иногда созванивается. Заботливый доктор продолжает заботиться о здоровье бывшей пациентки. За помощью к нему Антонина может обратиться в любой момент. Хотела бы выразить благодарность своему лечащему врачу Банникову Валерию Анатольевичу за спасенную жизнь. За его труд. За его терпение, за понимание, за человечность. А сегодня Антонина Никитина сама приехала в краевую лор-больницу. Чтобы поздравить Банникова, доктор стал лучшим лором в крае. И заодно еще раз выразить свою благодарность за спасенную жизнь. Добрый день, Антонина. Добрый день. Спасибо, спасибо большое. Большое огромное спасибо. Не болейте. Вам счастья, да, здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Постараемся. И всей команде вашей. Спасибо большое. Как вы себя чувствуете, Антонина говорит? Спасибо, хорошо. Настоящая уже живая. Это самое... Не то, что вот, как я к вам привезли. Да, это самое главное. Все, что от нас зависит, мы постарались сделать в полном объеме. Мы рады видеть вас снова в строю. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего.